Всем привет! С вами «Вкусно, просто и полезно». И сегодня я покажу вам, как приготовить салат из огурцов «Пятиминутка». Так, будем сейчас готовить наш огуречный салат «Пятиминутка». Все мы его очень обожаем. Особенно хорошо он подходит картошке молодой. Нарезаю я его вот таким ножом, потому что получаются более интересные такие кусочки. Также можно и нарезать обычным ножом. Если маленькие огурчики, я разрезаю на 4 части. А если огурцы уже побольше, тогда можно сделать кусочки поменьше. Эту ненужную часть отрезаем. Вот этот огурец побольше я разрежу на 3 части, половинку. Ну вот, последний огурчик уже нарезаю. Мне кажется, что особенно весной вкуснее и полезнее закуски или какого-нибудь салатика, гарниру, например, картошки, уже вкуснее и полезнее быть не может. Итак, огурчики я уже измельчила. Сейчас нужно измельчить зелень. Укропчик. И сразу сюда отправляю укропчик и чесночок. Смотрите, у меня здесь чесночок еще довольно-таки молодой, поэтому измельчить его на чеснокодавке у меня не получится. Сейчас будем его измельчать ножом. Эту уже более зеленую часть выбросим. Главное, чтобы он отдал свой аромат. Уже какие кусочки получится, не так уже и важно. Ну вот, я уже закончила измельчать наш чесночок. Сейчас мы будем заправлять наш салатик. В первую очередь нужно добавить соль. Соль уже мы добавляем по вкусу. Кто что любит. Кто любит более больше соли, кто любит немножко меньше. Растительное масло. Столовую ложку. Несколько капель уксуса. Также сюда обязательно еще нужно добавить сахара. Чуть-чуть. И черного перца. Если хотите, сюда еще можно добавить немножко перца чили, чтобы был более такие огурчики были более такие остренькие. В принципе, я тоже добавлю красный перец. Ну, совсем чуть-чуть. И перемешиваем все.
так нужно хорошо стрясти. Ну вот, в принципе, и все. Но пускай буквально минут 10 наши огурчики постоят, тогда они будут более сочные. И они тогда хорошо пропитаются всеми ароматами. Прошло 10 минут, и я буду уже подавать салатик наш к столу. Отправляю его в тарелку. И вот немножко . Если вам понравился мой рецепт, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии. С вами было вкусно, просто и полезно. Приятного аппетита!